Если настоящий йогурт объединить с нежными сливками и добавить активные бифидобактерии, то получится вкусно и здорово. Пломбир на йогурте «Ангария». Это когда вкусно, полезно. По прогнозам синоптиков, 30 мая в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 27 градусов. Ночью прохладнее, 17 выше 0. Ветер северо-восточный от 8 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 19 градусов.